И в завершении выпуска. Сегодня 14 февраля, день Святого Валентина. Традиционно в этот праздник влюбленные поздравляют друг друга, дарят подарки и признаются в своих чувствах. А креативны ли в своих любовных проявлениях жители Люберец, узнавала наш корреспондент Анна Троян. День влюбленных – это главное событие тех, чьих сердца пронизывают стрелы Амура. И совсем не странно, что именно в этот праздник чаще всего делают предложение руки и сердца. А как оригинально признаться в любви? Давайте спросим у люберчан. Можно попробовать, как в старые времена, под окнами с магнитофоном большим, я не знаю. Можно взять, тупо подошел и сказал: девушка, я тебя люблю, да, и все такое. Влететь в окно с цветами. Люблю тебя, и все. Достаточно просто сказать. Без понятия, я вас люблю. Написать сообщение. Какое? Любовная. С днем Святого Валентина. Отличное поздравление. Ну, я думаю, что своими словами лучше сказать тогда. Ну, от сердца. Как оригинально признаться в любви? Сделать романтик. Какой? Какой? Шарики, фонарики, тортик. Не надо оригинально. Надо с чувством. Нужно, наверное, чтобы это выглядело не банально. Ну, что надо сделать? Искренне, самое главное, искренне признаваться, и все тогда получится. Должно быть, естественно, любовь. Хорошо, а что вот подарить, чтобы она точно поняла, что вы ее любите? Свою душу. Что должен подарить тебе парень, чтобы ты точно поняла, что он тебя любит? Свое сердце. Еще подарков не надо как-то, ну, своими руками что-нибудь. Наверное, зефир. Это я люблю больше всего. Деньги, я думаю, а что еще-то? Ну да. Деньги, наверное, цветы, что все девушки любят. Опять же, что не подари, надо все делать с чувством. Свое сердце, признаться в любви. Надо ей подарить что-то запоминающееся. Кольцо, не знаю, какое-то украшение. Это не должно быть дорогое. Колечко. Какое? Скромное. Ну, цветы, наверное. Украшение какое-нибудь. А вы как думаете, что вам надо подарить? Ну да, согласна с молодым человеком. Я люблю весь мир. Доброта спасет мир. Я люблю своих детей, своего мужа. Желаю им счастья, здоровья, любви и успеха в дальнейшем. Мама, я тебя люблю. Лизонька, любимая, я тебя люблю. Лариса, я очень сильно тебя люблю. И я тебя очень сильно люблю. Иди сюда, иди. Я тебя люблю. Три самых заветных слова, которые, возможно, растопят сердце вашей второй половинки. Поэтому не скупитесь на искренние признания, и все у вас будет хорошо. Анна Троян и Никита Скраган специально для рубрики «Свободный микрофон». Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.